Харцизской школе искусств звучит гимн Донецкой Народной Республики. Солисты и хор преподавателей последние несколько недель каждый день собирались на репетиции, работали над новым произведением. Вначале у нас был мужской голос, который называется тенор. Затем это подхватывал припев хор преподавателей. Второй куплет исполнялся солистами, учащимися нашей школы. Ну и, конечно же, кульминация совместная, и солисты, и хор. Это уже самое яркое место, самая яркая точка всего гимна. Поэтому мы это исполняли совместно. Исполнение гимна – дело более чем ответственное, но сроки поджимали. Творческому коллективу необходимо было сделать работу и качественно, и быстро. Процесс этот занимает от нескольких месяцев до полугода, чтобы все отшлифовать, чтобы каждую интонацию, каждый мотив, чтобы был впет, чтобы был понятен, чтобы выучить это на память. Я бы хотела сказать огромное спасибо своим коллегам, нашим учащимся за то, что откликнулись, за то, что очень оперативно, очень вдохновленно, очень ответственно подошли к выполнению данного задания. Сегодня гимн республики звучит практически в каждом городе ДНР. Дело в том, что все местные отделения общественного движения «Донецкая республика» активно включились в реализацию одного масштабного проекта. Идея заключается еще в том, чтобы потом соединить звучание со всех городов вместе. Как это будет делаться в руководстве нашего общественного движения, я не знаю. Но мы, посовещавшись с нашими активистами, с нашими культурными работниками, мы решили, что мы должны записать гимн исполнителями нашего города свой, раз уже взялись за это дело. Было воспринято с энтузиазмом. То есть это действительно историческое событие, я так считаю. Но когда еще мы так вот соберемся и сделаем? Все местные отделения общественного движения «Донецкая республика» готовят музыкальные видеоролики. В итоговом варианте гимн будет исполнять виртуально-сводный хор всех городов ДНР. А у харцизской организации в активе останется гимн в исполнении харцизян. И это тоже важно, считает Александра Генерозова. Мы будем его включать в исполнение этого гимна на все наши мероприятия. И исполнение просто гимна кем-то, исполнение гимна именно жителями нашего города – это же большая разница. Этот результат был достигнут благодаря замечательной музыке, замечательным словам, которые нас вдохновили и дали возможность проявить себя еще в таком не совсем обычном для нас ракурсе.